Остается вольер. Угу. Это один вольер. То есть в ту сторону продолжение будет, да? Мы стыдно. Та сторона будет ломаться или как? Где передняя сторона? Вот это между ними, то есть сейчас закрываться будет все. Это закрываться, да. И на ту сторону на будет еще. Да, да, понял. Удачно бордюры вместо фундамента очень хорошо. Да, да. И красиво, и прочно. Вот тут ну такие, кстати, большие, да, мотивные. Хорошие, большие довариваются. Есть, есть. Все. Здесь вот это тоже вот так один. Да. Тут, да. Вот это тоже убирается, да. Перегородки. Все. Это уже будет нормативы. Камень на месте останется. Да. И все хорошо будет. Да, и пройдет. И те передние, домики сделают, те передние тоже будут увеличивать. Впереди, да? Я или сделаю так площадь больше, угу. Или выведу сюда дырками, выведу сюда. Чтобы где плодить, где не будет. Ну вот смотрите, друзья, какой толстый металл. Вон. Хорошие, качественные вольеры. Директор придумал. Костя, у нас же еще одна клетка здесь. Да, да. Ее надо забрать. Да, да. Чтобы... Вот очень правильный подход, чтобы не рушить те вольеры. Просто сзади к ним пристроились. Ну давай, подкатите, там уже висели. Вот. И тут. Я говорю, очень правильный подход, Олег Алексеевич, а? Чтобы не рушить, говорю, передние, говорю, правильный подход. Будет реконструкция сделана, передних там этих самых перегородки уйдут. Здесь будут дополнительные домики, все уже по нормативам, шиберами, все перегонные отделения будут. Нет, и такой толстый металл хороший. Такой не нужен в зоопарке. Конечно. Важнее для животных отдать максимально территорию. Во-первых, она нормативная будет, во-вторых, животные будут представлены уже совсем по-другому, когда большие вольеры, их так часто и убирать не нужно будет. Все, поэтому это лучше. Это лучше. Ну, деревья, конечно, погибнут, если их стакан не взять. Не, мы их вот до самой этой сетки, мы все как тенек сажаем. Да. Мы их обгородим, это мы все сделаем. Пойдем, пойдем, этих ты не кормила. И тут, так что, друзья, видите, тут металл, чтобы не соприкасались, двойной. Тут толстый, нет, мне очень тут нравится. Директор услышал Олега Алексеевича, делает сразу по нормативам, не латает то, что было. Это неправильно. Строить нужно сразу правильно. Щенрики. И тут щиндрики. Корм для собак. Приехал вовремя. А вон вся кровля. Смотрите, друзья. Все. Метровые вот здесь отбойник обязательно. Метр 0,5. Отбойник и все. Тут будут обезьянки, косуля. Косуля, конечно, съест, обгрызет деревья. Вот это все, где вольеры. Вот это все вольеры. А там дальше кусочек хоздона от дороги, чтобы закроется далее, чтобы там не заглядывает. Ну вот это у нас тоже есть тоже обезьянники, только не видно. Там обезьяны пока не понятно. Вот эти пока ничего нет. Хорошо, все вам. Ну вот они.
Ну, хорошая девочка такая, хорошая. Вот скажите, как настроение, вот когда пошла помощь, когда люди, когда вы поняли, что вы не одни, вот я вижу, что вы прям горите, вот, вот. Когда ты что-то делаешь, оно нужное, оно, знаете, как-то приятно не только делать, ну, вечером ложишься, думаешь, ночью просыпаешься, ну, как быстрее все сделать, чтобы было красивее, чище, чтобы проходили люди, получали позитив, который он нужен сегодня. Все-таки война вот такая. Вы читаете комментарии, которые пишут наши вот люди на наших... Вы видите, сколько добрых людей, сколько они вам желают добра, сколько тоже присылают денежек, потому что у нас очень отзывчивые люди. И вот, ну, это нравится всем, просто это только то не люди такое может не нравится. Такие, да. Все нормальные люди это воспринимают, да. Это без этого жить как-то нельзя. Это, и особенно ребенок, тот, который маленький ходит, он, да, придет, он зайдет в сельский дворик, там погладит эту или козочку, или того кролика, все. Где еще в городе можно это сделать? Нигде. А я, друзья, хочу сказать, что в Мариупольском зоопарке есть YouTube-канал. Да? Не сорвал, каракал. YouTube-канал у вас стал работать. Потому что люди спрашивают, где. Работает девочка, которая ведет, она в Краснодаре живет, но ведет, мы тут снимаем, все показываем. Ведет удаленно. Кто помогает, покажем все, куда деваем деньги. Чтобы там просто, ну, что-то, ну, да, на виду. Вот этих, видите, тоже Валера надо будет все восстановить. Да, Андрей? Так что, друзья, если хотите видеть, что делается в Мариупольском зоопарке, заходите на YouTube-канал, так и называется, зоопарк Мариуполя, и смотрите, там все снимают, все показывают. Ладно, оставьте, пожалуйста. Так что все будет. Там он застрял. Все будет переделываться, все будет делаться по нормативам, друзья. И вы видите, что ваша помощь не идет куда-то в пустоту. Никто не покупает машины, никто не строит дворцы. Все вкладывается в зоопарк. Это... Каждый вот такой вот... Вот мы вроде бы идем мимо, да, мы не видим. Останавливаешься, ты понимаешь, что это купи, что внутри вон все стропилы поменяли, деревянные переделали, крышу переделали, и так будет переделываться все остальное. Просто, друзья, все очень и очень дорого стоит. Это не всегда видно, но поверьте мне, если эти директора зоопарка, и Мариупольский, и Донецкий, не бросили своих животных, не уехали куда-то, да, они оставались здесь под бомбежками и остаются сейчас и продолжают строить. Это заслуживает уважения, и, ну, я считаю, что все люди нормальные понимают, что этот человек, скорее, сам не поест, но накормит животное. Посмотрите, сколько леса, сколько металла. Гляньте. Это все стоит сумасшедших денег. Вы знаете, друзья, сколько вон там листы металла. Вы помните, когда мы сюда приходили? Я как бы все помню. Иду, иду, сейчас, да, я покажу металл. А вот. Я не помню, этого не было. И теперь вот все покупается, все складируется. И все строится. Все аккуратненько. А все стая. Вон, смотрите, убираются старые доски. Вот. Все меняется, все старое, все убирается. Я думаю, что вот и новые бойдючки, которые, видите, очень использовали, интересно. Там вот снимается старая тоже крыша, все выкидывается. Нет, работа видна. Иду, иду. Изменения налицо. Все, чистенько, территория становится чище.
Я вижу, сколько металла лежит. Запасная электростанция подарена шефами. КамАЗ вот этот, который для вывоза всего вот строительного мусора, тоже подарен зоопарк. А трактор? Трактор был. Трактор был. А вон хороший КамАЗ. И тут, вон, друзья, сколько собак. Марио Алиевич из Краснодарского сафари-парка переслал конь. Ну, его... Ну, тут и собак тоже куча. Но его едят не только собаки, друзья. Его едят и еноты. Нет, спасибо спонсорам, кто тоже это дарит. Но, друзья, почему я все время прошу для этих зоопарков именно денежную помощь? КамАЗ вообще шикардос. Это очень нужная вещь. Но здесь зоопарки были, от Санкт-Петербурга к Мариуполю. Санкт-Петербург прямо вот прям гордость. Меня обуяло, видя этот новенький шикарный КамАЗ. Подстанция очень нужна, шефы подарили. Нужна популяризация, друзья. Нужно раскидывать эту информацию, показывать. Но мало того, что вот нужно помогать вещами, да, может кто-то металлом, там тоже найдутся спонсоры помочь. Может кто-то там досками, деревом найдется, кто поможет. Но материальная помощь, тоже, может, мясом кто-то, тоже очень важна. Поверьте, есть миллионы, тысячи мелочей, которые нужно именно купить, которые не привезут люди. И поэтому за это вам, друзья, за то, что вы, я вижу, я читаю комментарии, и вы пишете, что поставила там напоминание каждый месяц с пенсии 100 рублей. Я знаю, что значит 100 рублей с пенсии. Не нужно даже миллионов. Кто может, тот может помочь, ну, вот, большую помощь оказать, да? А кто не может, я всегда спасибо вам огромное за то, что вы в такое непростое время отрываете от себя. Пусть это, может, вам кажется небольшую копеечку, но это очень дорогая копеечка. И 100, и 50, и 200 рублей. Вы могли бы купить что-то себе, но вы отрываете и отдаете это животным. Спасибо. А я очень осталась довольна. Посмотрите, какая травка. Какие сосны вообще свели. Ну, прямо душа радуется. Так что, друзья, каждая ваша копеечка идет по назначению. Не переживайте. С любовью из Мариуполя.